И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World на сервере Урал Клаб. Чуть не забыл название сервера. И с модом Анунаки. В общем, не напоминает вам такая картина в случае какого-нибудь там, не знаю, жителя тундры там. Не знаю, как жители севера, так он на олене, таком большом олене, который вышел на охоту, и вот сейчас тогда хобана! И с шашкой на голову пошел всех мочить. Лично мне это напоминает песню, старую, очень старую песню. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним. Вот, и это реально мне напоминает это все дело, эту песню. Это прикольно. Не знаю, просто делать нефиг притомил оленя, а все из-за того, что я выбил рецепт на оленя. Кстати, ловушку немножко модифицировал вот таким вот куполом маленьким, укрыл Мишаню. А если по-простому Маша, назвал ее Маша, и Маша. Вот. Кстати, видите, да, нету птеров, да? Видите, да? Никого нету. Нету птеров. Всех завалили нафиг. Натуре. А может это было в прошлой серии, я не знаю. Вот, и в общем, короче. Точно, это было в прошлой серии, да, еще точно. У меня уже все в голове перепуталось. Я столько мучился, это просто кошмар. Так вот. Вот это Мишаня. Получилось как? Лежит у меня там Мишаня томится, лежит себе томится. Кстати, того Мишаню завалили. Который у меня там был в. Причем даже тогда же и завалили его. Аргентависа я того завалил, чтобы он мне не мешался и не нервировал меня, потому что, ну, никаких теплых чувств у него не было уже точно. И только было желание завалить его. Вот, и, в общем, закинул эту новую Мишаню. Вот эту Мишаню я закинул туда. И лежит на себе томиться. Не эту Мишаню. Другую Мишаню, точно. И я такой... Думаю, а чё бы и нет, надо, короче, маленького Мишаню притомить, чтобы я мог собирать ягоду спокойно. И, знаете, идея была идеальная, гениальная идея была. Притомить сначала маленького и наблюдать много ягоды и много наркоты, потому что реально очень много наркоты надо было. Вот, и все хорошо, как бы. И тут я прихожу, а там виверна нафиг всех убивает. Вот, сломала мои, короче, кровати, буянят, короче, на моего Мишаню, я как раз его припарковал, завалил там Мишку и на Птера. Ну, я по-быстрому отзываю Птера, говорю ему, короче, типа, давай, чувак, будешь пассивным. Сначала отменяю ему атаку и потом призываю к себе. Вот, ну и, собственно, сажусь на него и гашу эту виверну. И... Фу, просто говнище его. Да, вот прям вот так вот, как Маша там сейчас нагадила. Вот, и все как бы хорошо. Загасил виверну, и уже Машу, когда я томил, эта зараза томилась, блин, я офигею, сколько... О, часов, я не знаю, часов 6, наверное, реального времени. У нее был 500 с лишним левел, и реально томилась очень долго. Но оно того стоило. Смотрите. Здоровье не прибавило. Я вообще еще ничего не качал. Чисто стандартные характеристики. Я вот просто ее подкачал на 10 тысяч, короче. Просто ну, побегал, поубивал, короче. Всяких мамонтов и так далее. Вот. Здоровье почти десятка. Выносливости почти 6,5. Кислорода дофига. Еды просто хавает на ура. Да и в целом может без еды прожить очень долго. Веса. Почти 2 штуки веса. Это просто... Вес можно вообще не качать. Не так. Вес нужно вообще не качать. Урон 773 и скорость. Скорость я до 250 догоню, да. Потому что больше нет смысла. Ну и просто мне нравится ровное количество число, ровное количество скорость передвижения. Вот. Кстати, оглушение 80 тысяч. Прикол там вообще. И урон в ближнем бою 773. То есть это все стандартное, прикиньте, стандартное. Вот, я буду качать, понятное дело, урон и здоровье. Ну и, в общем, кое-как притомил, кое-как все хорошо. И тут, короче, убивал всяких, кто пытался покуситься на меня. Кстати, Птера я притомил очень быстро. Больше возня была с... седлом, а именно с кератином, а потом еще больше возня была с седлом для Мишки, с кератином цементной пасты. Ну,
найдя птеры, у меня я такую проблему уже немножко подискоренил, а смешание так вообще проблемы с этим нету, я бы так сказал. Вот, просто побегал, поискал цементную пасту, и там, где есть плотины, там все плохо. А там, где, ну, то есть там всякие мобы и так далее. Вот, там, где нет плотин, вот, кстати, видите, уже три когтя у меня. А вот, один, кстати, коготь со снежной виверной. Я-то снежной виверной прилетел и завалил овцу. Завалил нафиг ее. Да, реально, просто прилетел 25-й левел с айс виверной. Просто бам! С трех, что ли, ударов она у меня отлетела там. Как говно, короче. А вот. И, как видите, у меня хитин, кератин, сейчас с ним проблем как таковой нету. Ну, с наркобариками, опять-таки же, тоже. И вот на то самое седло большого оленя. Вот, собственно, благодаря этому рецепту я и притомил этого оленя. Вот, как видите, мяса у меня дофига, потому что я качаюсь. Кстати, Medium Experience Potion, два штуки уже. Small Experience Potion 1 и Tiny Experience Potion 2. При всем при этом, два я на птера заюзал. Потому что их было дофига, я подумал, а, да ладно, чё, давай заюзаю еще. Вот, и, собственно, не зря заюзал. Вот, прокачал так немножко птера себе, и хорошо. Как видите, здесь немножечко шмота, немножечко полимер, ну, всякой фигни, короче, полно нужной и ненужной. Кстати, кнут я еще ничего не использовал, надо посмотреть, что он вообще дает. Щит выбил, но толку от этого щита никакого. Меч, кстати, вот выбил, да, тоже толку от этого меча никакого, потому что меня все равно убивают. Вот, ну и всякая броня, оружие и так далее. Это все я повыбивал. Кстати, даже полимер этот выбил. Тут нифига, ну и собственно там цементная паста здесь, также две кровати, почему я наслоил их в одном и том же месте, вот, и вот четыре печки. Вот собственно и все. Сейчас в моих планах это лутать ресурсы. Конечно, в идеале сейчас бы какой-нибудь лутатель ресурсов. Кстати, я попытался притомить бадас анкилозавра. Да, анкило, бадас анкилозавра 45-го левела. Но когда тварь наркотики жрал такими темпами, а притомиваться не хотел. Поэтому я думаю, лучше томить его золотыми киблами. Для этого мне нужен будет просто хороший Дино. Либо Дрейк, либо Виверна, если его можно притомить. Либо на Рексах, короче, туда-сюда бегать. В общем, короче, конкретный нужен динозавр, который может что-то сделать и придумать. Пока что у меня из конкретных динозавров это Маша. Да, вот Маша. Кстати, вот это вот я хочу назвать его. Так, изменить имя. Так, Мишаня. Да, Мишаня. Мишаня просто мой спаситель. Реально, вот если бы не Мишаня, ты же мужского пола, да? Да, усиленно узнанный даже. Если бы не Мишаня, то это все, это было бы кошмар какой-то. Вот, ну и, собственно, конечно, если бы не Птер, то я бы тоже бы свою базу бы не зачищал и так далее. Вот, ну и, собственно, благодаря Маше я сейчас качаюсь нехило, и, собственно, я вот тоже качаю так нехило. Так, давайте немножечко скорость передвижения, как раз то, что нужно, вовремя остановился. Кстати, давайте до десяточки. О, даже больше десяточки. Не, урона. 1000 урона. Твою дивизию, 1000 урона. Можно здоровье тебя поднять. О, до 15000 вообще зачетно. И урон в ближнем бою. Все, вот это вот то, что я сейчас вкачал, дополнить. Твою мать, сколько я вкачал. Офигеть. Вот это все я вкачал, я просто побегал минут 10-15 по локации здесь сюда. То есть Мишаня качается очень быстро. Мишаня очень быстро качается, и это просто кайф. А с такими большими левелами, как здесь, то есть здесь проблем как таковой нету. Ну и Маша, она глушит просто на ура всех. Обожаю такую погоду, и огромный плюс жизнь в пещере, то, что здесь молния не убьет. Да, даже если она и убивает. Кстати, про весончик чутка. Плавенький провисончик, но это я уже привык к этому. Что за левел? Ну-ка, сказал быстро, что за левел. Блин, ладно, я так посмотрю. 275. Вот смотри. Если дамажить правую кнопку мыши, 1600, да? Если в левый... Куда, твою мать? Левую кнопку я не смогу дамажить. Так, иду на обгон и... Левой! Ой, точнее, наоборот, это... Если в правой я дамажу вот 2000, а левый 1600. То есть, получается, правый, ну, извините, что темно, не видно,
правой кнопкой мышки вот он лапой, а левая кнопка мыши это зубами. Но если я атакую правый, то тормози, а если в левый, то я просто могу на бегу убивать. В чем, в общем, я же лапнулся, офигеть. В чем, в общем-то, тоже так в целом неплохо. Еще урона. Больше урона. Вот, и Мишаня сейчас будет конкретно прям раскачанный. Просто в ваншоте будет все и вся мелкого левла, и без зазорения совести, или как это слово правильно говорится, убивая всех подряд. Ладно, надо на свет выходить. Сейчас в моих интересах, я думаю, наверное, притомит анкилозавр. Ну, я хочу все-таки сейчас вот добежим до базы. Твою мать! Твою мать! Мамонты уже с неба падают! Мамонты, мать твою, с неба падают! Мамонты! Дождь из мамонтов! Дождь из мамонтов! Козёл, я пересрался из-за тебя! Я чуть-чуть не обосрался тут в реальности, блин! Дождь из мамонтов! Я реально подумал, тут какой-то хищник, типа там, не знаю, приземлился, какой-то летун, сейчас кранты моим Маше, и все, кранты, я... Что я хотел? Я Поушен хотел выпить. Я хочу медиум Поушен заюзать. Поушен называется, если не ошибаюсь. Вот, и посмотреть, что даст Мишаньке. Ой, не Мишаньке, а Маша. Да. Взять... Так, стоять, отдать. Так. И использовать. Подождем немного. Пот начинает действовать тогда, когда экспа прибавляется. То есть это надо либо подождать, пока экспа прибавится автоматически, вот, видите, либо ну, так себе 29 тысяч стал медиум. Что-то как-то не сильно. Ну да ладно. На халяву уксус сладкий. Так, было что-то 11, да, стало 29, то есть примерно 18. И сейчас я хочу Тани завести. Ну, просто Машу я так и так собираюсь качать. Так что это на благое дело. Это во-первых, а во-вторых, это говно и так падает хорошо. Вот, ну, сравнительно хорошо. Я думал, она вообще очень редко падает, а, как видите, очень даже не хило. Вот, 29, и по таким расчетам 16, ну, примерно... 45, да, если они одинаково дают, то примерно около 45 тысяч должно быть. Но тут будет, да, примерно 35 тысяч, я правильно так подумал. Вот, то есть, медиум, да, он дает намного больше в этом плане. Но, как видите, даже так вполне неплохо. 827 левел, это означает, что просто огромнейший дамаг, и я сейчас хочу на кого-нибудь его затестить. Как мы помним, предыдущий дамаг был что-то 200, ну, по крайней мере, зубами я помню 1600. Стал 1800, 1, 2, 300, ну, на 2 соточки прибавилось, и тот, что вполне себе неплохо. Вполне себе неплохо. О, рассвет уже. Обалдеть, реально рассвет. Вот, и, собственно, урон, вот, еще левел апнул, как видите, и еще прибавился чутка опыт. И все вполне неплохо. Знаете, меня это вполне устраивает в том плане, что я могу качаться. Я могу выбивать лут и так далее. И все вполне себе прекрасно. Единственное, только летуны пока что у меня опасность. Опасностью, так сказать, грозят. Но опять-таки же, если выбирать, кто лучше, Аргентавис или Птеродактиль. Птернодон, да, ну, по-простому, по старинке я его называю всегда Птеродактилем. А вот, кто же лучше, я считаю Птеродактиль, то есть Птернодон, Птер, по-простому говоря, он лучше. Почему, спросите вы? Быстрые атаки свои, то есть если нажать на Ctrl, у меня стоит на Ctrl, то быстрая атака, ее такой атакой, он дамажит, во-первых, этот примерно по 1200 дамажит, а во-вторых, я такой атакой имею возможность пролететь мимо цели, то есть я задамажил и пролетел мимо. О! Small Experience Potion. Ну, вы сами видите, да, как они часто падают. Вот, чувак, за то, что ты так конкретно прям выбил, я вот сейчас давай уже добью трупачок и вот так вот давай использовать.
Отлично, отлично, просто замечательно. Текс. Вот, как видите, то есть, аргентависам, допустим, мне придется встать в упор и дамажить. Дамажить, реально мне придется дамажить, и я не смогу ничего сделать. А здесь я, получается, я просто мимолетом пролетаю и... Оу, да. Аргентавис, иди сюда. Ты, скотина, мою добычу доюзал. Вот, и видите, смотрите, ну ничего не может мне сделать. О, болос добыл. Вот, поэтому, как бы, в этом плане, я считаю, птир намного лучше. Да, не спорю, дрейки и виверны это намного круче в этом плане. Но если выбирать из стандартных, то это намного круче. 150, и вот надо будет тебя притомить, короче, однако. Так, и давайте смотреть, что я тебе могу вкачать. Конечно же, я тебе буду качать урон, потому что урон это то, что тебе нужно. Отлично. Отлично, просто 790 левел, и скоро уже апнется до 800, это вполне себе неплохо. Очень, кстати, хорошее оружие против виверн, которые здесь летают, они здесь летают мелкого левела. Очень хорошее оружие. Вот, ну а я сейчас хочу построить дом. Да, и у меня опять получилось, что больше половины серии рассказывал о том, что у меня там было за кадром и так далее, и я понимаю, что это глупо, ну... Такие у меня видео. Я хочу со всеми с вами поделиться тем, что у меня происходило. И вот так вот. Не, если, конечно, вы считаете, что это не нужно, я просто буду стартую серию там. О, сегодня я строю дом. Опять жму паузу. Оп, у меня появились ресурсы, я там чик, и строю дом. Если вам это не нравится, то пишите в комментариях о том, что да, мне это не нравится. И все. Я задумаюсь о том, как же это все изменить, потому что реально, вот сейчас уже 17 минут времени прошла серия, а я только рассказал о том, показал, что делает Мишань, что делает Птир, это все и так знают, и рассказал о том, как я их себе притомил. Кстати, Птир притомил вообще очень быстро и был 510 левел. Вот, так что пошел я за ресурсами, короче. Офигеть, вы прикиньте, анкилозавру можно просто так томить, как Птиров здесь и так далее, просто кормлением с руки. Это офигенно! Я собирался, ну, то есть, такой подошел, ударил, типа, анкилозавра и побежал это закидывать в ловушку. Думаю, также стрелами и так далее. Просто попадалось же мне, я же рассказывал, бадас анкилозавр. И, собственно, всех бадасов только так. Потому что мне даже попадался бадас Птер, и нужно было его через оглушение только томить. Ну, я думаю, я не зря его не томил, потому что тут был 300 с лишним левелом, и там только реально голд праймами. Ну, голд кормом кормить, короче. А тут подхожу, смотрю, опаньки, а можно кормить, типа, положите в слот и покормите. Я думаю, о, вот это, короче, зачетно. Это, во-первых, сэкономит мне раз в 100 время. Вот, самое главное, если я не буду тупить. Ну, а во-вторых, это реально легче, удобнее и менее затратно на наркоту и так далее. Вот такие дела. Сейчас двоих заспавню, за это приручу, короче, там тоже самец бегает, короче, тоже пригодится. Ну, у них там узы кровные были, все дела. Кстати, томить анкилозавра очень даже легко. Начинает двигаться и кормишь. Кстати, птеров я точно так же кормлю, только я там томил прайм мясом. Вот так вот делать нельзя, видите, я чутка поторопился, и она двигается. То есть это чисто для вас тяжело будет, потому что вот, и когда анимация стрёт, тоже косяк, короче. А так вот, хавает, встает, типа все нормально, начинает двигаться, опаньки, и опять хавает. То есть меньше беготни и так далее, очень удобно. Оп, и стоит на месте. Ну и продолжаем. Летаю я тут просто в поисках аргентависа. Я хочу себе все-таки аргентависа. Несмотря ни на что, хоть я и считаю, что в плане убийства кого-либо, так сказать, подходящего по левелу, он и не очень, но аргентавис меня все равно прикалывает. Я, кстати, посчитал, ему надо, если у Птера 250% скорость передвижения, скорость полета, то аргентавис надо 350%. Это чуть-чуть проблемка. Сейчас пока летал, выбил еще Small Experience Potion. О, кстати, надо это говно выбить, но выкинуть. Вот. Выбил, кстати, с аргентависа. Ну, такая маленькая, 65 что ли, он левел был. Вот. Я просто их убиваю, чтобы большой левел заспавнился.
И может быть сейчас это про канал 290. Блин, говно. Вот, и, собственно, построил я домик, 3 на 3 сделал, полностью каменный, чтобы он это, ничего никак нигде. Вот, и сейчас, думаю, надо будет загончик все-таки сделать, потому что, когда я буду выключать офлайн, чтобы всякие виверны и так далее у меня не заглушили моих мешанник динозавриков, в общем, моих питомцев, чтобы их не заглушили, мне нужно будет соорудить хотя бы каменный. Вот, и, собственно, прогрузы. Меня приканил один чувак, так, раз, два, три, ага, все нормально, я не ту кнопку нажал. Вот, меня приканил один чувак в чате, пишет: Артём, ты там всем помогаешь убивать, ну, типа того. Мне по одну голову дракон, если есть. Ща убью. Ну, на что я написал: у меня так другой вопрос. Для чего играть, если за тебя все делают? Ну, собственно, там человек начал, ну, вот как видите, да, кто за тебя все делает? Ну, я написал, типа, такой саркастический, ну, я люблю сарказм, он говорит, даже больше не сарказм, а как что-то, когда на людей сверху вниз, да, вот смотрят, вот такой вот, как он обзывается, не с почтением, короче, как-то так называется, короче, с таким чувством я люблю смотреть на таких дебилов. Почему? Потому что они не понимают, про что вообще идет речь. Это начнем с этого. Вот. В общем, этот чувак вообще даже близко не понимает, о чем идет речь. Ну, я ему написал о том, что... Так, говно левел. О том, что, типа... ну, прочитай, мол, свое сообщение о том, что там, типа, ты просишь, и все в таком духе. Вот. На что там... завелся разговор о том, то, что вот, типа, я посмотрю, как ты в соло что-то сделаешь и так далее, на что я написал, фу, в легкую. Конечно, пока он там писал то, что вот, там, типа, посмотрим, как ты на своем тере убьешь дракона и все в таком духе, на что я написал ему, то, что я не дебил, и я прекрасно понимаю, что мне нужно приручить кого-нибудь нормального и потом уже на них уже убивать драконов, если мне это будет нужно. Вот. На что он подумал, что я его дебилом назвал. Хотя да, по сути, я его назвал дебилом, потому что он реально дебил. Вот, как бы это грубо не звучало. Да, возможно, человек хороший, все дела, но, блин, поступает он по-идиотски, это означает, он идиот. Вот. Я не отрицаю, когда я поступаю по-идиотски, я тоже идиот. Ну, блин, лишь только дебил может поступать по-дебильному. Это мое мнение такое. Вот. И это не важно, кого это касается. Вот. Так что, как бы, такие вот дела. Вот. Ну, и, в общем, он написал, типа, вот, после этого, типа, тебе никто и помогать-то больше не будет. На что я сказал, то, что... мне помощь-то как бы и не нужна. Единственное, только я принимаю... Я вот реально принимаю за помощь, когда... понимаю, что люди помогают и так далее. Нет, самка. Я, кстати, того самца анкилозавра посеял. Я не знаю. Я пока самку приручал, я самца потерял, куда он убежал, скотина. Вот. Кстати, да, я приручил ее, все дела. Она у меня теперь есть. Вот, кстати, домик. Давайте я вам покажу. Домик мой. Вот. 3 на 3. Хотел сделать 3 на 2, но в итоге у меня немножко не влазило. Я печки поставил так, что стенка не могла поставиться. Ой, блин, говно. Вот, и пришлось еще один уровень сделать. Ну вот, на что, собственно, чувак мне написал то, что типа... ну, там про молнию написали. А вот, на что чувак написал, типа, вот, мне никто не поможет. Ну да, мне, по сути, помощь не нужна. Единственное, я что принимаю за помощь, это когда, вот, допустим, я вчера випом помогал, випу помогал, то, что он, получается, завис, лаганул, короче, его выкинуло, и он, получается, своего дракона слетел, упал, короче, с него. Ну, я ему помог, я его просто поднял к дракону, он свистанул, и я его обратно туда же на место же приземлился. То есть, он, по сути, он же был. И, знаете, он бы сам бы все бы сделал, но у него не было седла для Дрейка. Вот, ну ладно, что, я помог и помог. Собственно, вот это для меня и есть помощь. И я в целом вообще не понимаю, смысл просить, смысл вообще играть в игру, на выживание, и при этом просить все.
Это знаете, как зайти в обычную игру и сказать: «Эй, чувак, пройди мне до босса, да, я босса убью, и все будет хорошо, я типа игру прошел». Так что ли? То есть я должен 40 часов геймплея кому-то подарить? Чувак, пройди мне игру, я босса хочу убить. Это же дебилизм! Вот, и, собственно, да, кстати, если бы сейчас была бы веб-камера, вы бы увидели мою реакцию, и, не знаю, наверное, сейчас бы просто от смеха бы катались с моей реакцией, но это реально, это глупо. Это глупо. Вот, и я не считаю, что... Кстати, вот на этом сервере работает такая система, то, что динозавров дарить никому нельзя. Только равноценный обмен. То есть, один, там, допустим, птера на птера, там, левел меньше, левел больше, все дела. Вот, равноценный обмен. То есть, допустим, за одного гигантозавра, там, что-то... три аллозавра, что ли, что-то типа того. В общем, там, я админа, думаю, сильно мучить не буду, еще забанить меня. В общем, я его там нехило загрузил вопросами о том, а как же узнать равноценный обмен. Ну, в целом, лучше всего равноценный обмен — это самца на самку менять. Вот, поэтому, как бы... И это правильно! И это было бы правильно, даже если бы запретили предметы передавать вообще. То есть, ты, допустим, отдаешь, не знаю, 100 жареного мяса за 200 нежареного мяса, потому что жареное мясо же нужно еще пожарить. И это было бы правильно. Вот, ну вот примерно вот так, да. Даже на предметы, если бы это касалось правил, то в целом было бы неплохо, было бы просто супер. Вот. К сожалению, здесь такого нету, и... Ну, может быть, счастье, меньше бы нытья... Меньше нытья бы в чате было бы. Ну, в смысле, меньше нытья в чате есть. Вот, а так бы... Ой, я не могу передать кого-нибудь сюда. Господи, я ненавижу этих бомжей. Они меня все раздражают. Ой, помоги, помоги. Да, господи. Я вон сдох. Я поразрал всех птеров. Что я сделал? Респанулся. Затомил нового птера и прилетел по новой. Убил эту тварь ледяную. И все. Зачистил свою территорию. О, крик души, короче, все дела. Я уже знаю, как я эту серию назову. Мишка, дом и бомжи. Все. Я уже придумал, как эту серию назову. Такая опять дебильная серия. Я не знаю, что делать мне. Я снимаю дебильные серии, в которые я только могу рассуждать и так далее, а все остальное я делаю за кадром, потому что все остальное делается в течение многих часов. Вот сейчас, к примеру, за кадром пролетели 3 часа. 3 часа за кадром пролетели. Реально? Реально 3 часа. Ну да, я не спорю, я отдыхал там, я немножечко, примерно с полчасика отдохнул, попил чайку. Чай это хорошо. Вот, и как бы все хорошо, все прекрасно, но, ну вот, кстати, ну, нет, не доброход. Кстати, доброход стал випом, ну, прикольно. Объединились. Вот. И, собственно, что... Да, не спорю, стримы это хорошо. И знаете, в целом, было бы неплохо, знаете, чисто вот с утречка, так с вечера пришел, да, запустил стрим, и все, и чисто на стримах, короче, играешь. Это была неплохая идея, но у меня будет смотреть 2-3 человека, и это плохая идея. Поэтому я стримы не делаю. Запущу как-нибудь стрим. Возможно. Вот, но это будет уже потом. Вот такие вот дела, народ. В общем, дебильная серия такая получилась. Мне самому отвратно. Я просто, как-то, знаете, спонтанно начал записывать. И даже не знаю, вообще, даже какой-то план не составил на серию. Рассказал вам, что случилось, и все. В целом, я сейчас хочу... Кецель, конечно, бы притомить. Для чего мне кецель нужен? Для того, чтобы я смог колобка сюда притащить, чтобы я смог добывать много камня. Вот, но опять-таки же, только я добываю металлы, я могу все из металла уже делать. Вот, причем мне из металла реально легче делать будет. Вот, сразу же материя будет база. Вот, ну в общем, ладно, с этим я как-нибудь уже решу, и колобка как-нибудь я притащу сюда. Вот, ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Блин, пишите в комментариях вообще, что можно... Что можно снять в серии? Что можно снять? Вот что вы хотите увидеть? Вот это вот. Потому что я не знаю, что делать.
Порой вот ты реально сидишь и не знаешь, что делать. И сидишь, вдупляешь. Вот, поэтому такие вот дела, народ. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, если впервые на мой канал. Или ставите лайк, если вам также не нравится бабжи, который постоянно просит в чате много чего. И порой, знаете, такую глупость просит, что просто кошмар. Я не могу приручить птера. Кстати, сегодня такая фигня была. Я не могу приручить птера. Да ёб твою ж налево. Я птера прайм мясом приручить это 2 минуты. 510 левела! 2 минуты я приручал. И... А прайм мясо я налутал... тоже минут за 5. Просто копьем. Просто нашел детеныша и давай валить его. Вот, и там прайм мясо там 60 что ли ушло и так далее. То есть здесь вообще фигня. Я не могу прийти. Пу, я потому что налево. Вот такие вот дела, народ. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И нафиг меня бомбануло в конце конкретно. Всем пока.